Привет, ребят, с вами Перч. Я сорвал голос, зарекался, в общем, не брать с собой гитарку хотя бы пару дней, но меня Матеас все равно уговорил, говорит, все равно, и куда ты идешь, все равно бери с собой гитарку. В общем, я взял и сорвал уже голос окончательно. Вот, потому что, в общем, серьезно мы сейчас посидели, такой был очень большой сэшн, такой прямо на берегу Шипры. Да, очень серьезный такой. Вот, а вчера, интересно, мы попали к такому бабе, он просто сидит, значит, и сидит. Мы рядом с ним присели, он какой-то очень знаменитый, значит, на нем там афиша везде. А потом, оказывается, он встает, а он сидел на палке, на которой накручен его член. И он встает, этот член перекручивает в другую сторону и садится, и снова сидит на нем. Вот. Вот это вот, чем он знаменит, в общем, по большому счету. Вот, и вокруг него там очень много людей. Вот, и мы не знали, конечно, об этом. И серьезно с ним поиграли. Вот, я ему спел песню. Он взял мою гитару. Вот, взял мою гитарку и стал на ней вдруг играть. И причем стал на ней играть так, хороший такой ритм, очень довольно прикольный. Вот. Я пустился в пляс, вот, поплясал, наверное, минут там 5 под балалайчку, значит, вот этого с вами. И после этого он даже какую-то коду там спел, что-то, трен-трен-трен-трен. То есть такой адекватный довольно чувак. Вот. И после этого погладил, значит, мою балалайчку и, значит, мне ее вручил. Я там, значит, на глазах у всех, значит, на коленях принял эту балалайку, значит, как прошат такой, значит, от этого. Очень-очень прикольные такие вечера проходят. Вот, сегодня мы были у какого-то бабы, но хотели с ним как бы пообщаться, но не смогли, потому что очень много людей сразу нас обступило. С нами было две девочки еще из ашрама, вот, и они привлекают просто, вот, с девчонками очень тяжело ходить, особенно с молодыми, вот, девчонками и с студентками, к ним тут липнут просто вот как мухи пацанва, с ними там пытаются сфотографироваться, и вообще как бы там, где они сидят, там обступает сразу толпа, значит, подростков, которые на гормонах чуют, значит, вот эту вот женскую красивую всю, и прямо липнут, вот. Вот, в общем, и нам. Так что мне пришлось остановиться у одного бабы, он инвалид. У него кифоз. Вот, но он совершенно не унывающий тип. Вот, он баба в Пенджабе. Вот, так что вот так судьба у него сложилась. Видите, человек. Я как бы не стал его снимать, потому что он инвалид, понимаете? Вот. Но он очень классный чувак. Мы вместе пели мантру. На моя. Он очень адекватный, конечно, человек. Хотя и очень больной, как физический человек, но серьезно. Вот, я иду куда, где я иду? Я иду по Шипре речке, ребят. Возвращаюсь уже, наверное, 2 часа ночи. Шипра. Рядом со мной спят люди, как бы, но я не буду снимать их. Но справа от меня все устелено людьми, которые спят на полу. Вот там огромный будет кемп. Там говорят, что будет какое-то огромное, прямо вот приедут куча каких-то австралийцев, что ли, которые йогу изучают, и тут будут прямо йогу делать вот на этой площадке. В общем, там прям европейцев будет целая куча. Вот вчера открылся еще один ашрам. Вон там, аж где-то, в общем, возле моста, рядом с нами, там недалеко. Это ашрам, где которая из Португалии и там из Испании, по-моему, в общем, из этой страны, из какой-то свамиджи, который изучает йогу. Вот. Тут постоянно как бы на тебя смотрят люди, когда ты идешь что-то снимаешь, чтобы ты не снимал спящих на полу, потому что это как бы потом, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть это фестиваль, здесь куча людей, конечно, они там спят на полу, но это не свидетельство того, что так постоянно люди живут, понимаете? То есть нет, индийцы сейчас живут, ребят, довольно нормально. Конечно, здесь, смотрите, вот там не зарыли, тут не доделали. Вот она такая, вот, смотрите, вот так, Россия-матушка, которая продолжается в Индии.
в месте, где разрешена марихуана. Вот и все. Вот до чего просто доводит курение, употребление марихуаны. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, это довольно прикольно, никакой violence, все, немедленно люди перестают быть агрессивными. Да, но с другой стороны, они становятся очень неряшливыми. Всем на все наплевают. Вот такое. Знакомый вам уже, наверное, храмик Кали. Где играет музыка постоянно. Вот висят колокольчики. И их трогают, и звучит постоянно такая мелодия. Отличное место для вот концентрации внимания, ну, для того, что сейчас называют медитацией. Вот. А вот можно пойти послушать еще бодрые местные какие-то, в общем, эти самые музыки. Наверное, давайте мы так и сделаем. Если там что-то будет интересное и прикольное, то я сниму, хорошо? Я пошел, потопал там, где музыка играет. Все, давайте, с вами Перч. Уджейн, вот, неделя еще не прошла, Куммелы, вот, Бабаджи все подъезжает и подъезжает и подъезжает, и будет еще больше, и приезжают, я говорю, что европейцы там приезжают. Все, ребят, давайте прощаемся, я пошел посмотрю, что там, музыка где играет, что там происходит, если там что-то интересное, я обязательно вам покажу. Все, давайте, пока-пока-пока, с вами Перс, бай-бай.